Привет всем, друзья! Это канал Сосиска в тесте. Мы продолжаем карьеру за Александра Хомутова. И сегодня у нас матч с Флоридой Пантерс. С пантерками будем сражаться. Нас выпускают в стартовом составе. Надеюсь, этот матч мы отстоим, ну, не так плохо, как некоторые матчи в нашей карьере. Пропустив, ну, не больше одной шайбы, да, желательно. Желательно вообще отстоять на ноль. Так что будем стремиться к нулю, чем к единице. Так что сейчас нужно все силы приложить и нашей обороне, и атаке также, чтобы этот матч сложился достаточно уверенно для нас. Ну что ж, поехали. Хомутов на воротах, но сейчас мы камеру отправляем к центру. Проигрываем, выбрасываем. Ну, отлично, чё? Джекинен. Конечно, нужно же шайбу оставить. Тихо-тихо, к штанге. Да ё-моё, ребят, ну... Наша оборона просто блистает на первых минутах. Давай, побросай. Ну! Монтойя защищает ворота Пантер. Спасает нас, выручает. Точнее, не нас, а соперника. И атака на наши ворота. Вот это вот будет опасно. Вот это будет опасно. Вот это я накосячил. Вот это легкий щелчок. Мы пропустили. Здесь сейчас лично я накосячил, то, что не смог переместиться вправо. Посмотрим сейчас этот повторчик. Я почему-то находился, можно сказать, даже за правой штангой. Больше крыл для вратаря, если так думать, то это левую штангу. Если считать по игроку, то правую штангу. Будем считать, давайте по нам. Мы находились... Сейчас покажу, в какой позиции. Находились вот здесь вот. И переместиться сюда было очень трудно. Ну что ж, сейчас задача нашим нападающим. Как можно быстрее сравнять счет и дать успокоиться Александру. Вот посмотрите. Защита, конечно, у нас пытается дать отдохнуть Александру Хомутову, но... Теряя шайбы. Мне нужны моменты, Хортон. Оп! Штанга. Хартнелл, передачка. Так, Йоханссон. Передачка, брос... Как же так-то? Хортон, передачка. Атака на ворота Александра. Ну, тут спокойная шайба, не сильная. И в контратаку. Щелчок между щитков. Пытался пробить. Сейчас у нас... Это вроде Аткинсон был. Что ж, не получилось. Но Анисимов сейчас на вбрасывании. Выигрывает. Щелчок. Подбор, Тютин. Перевод. Не получилось. Джоккинен. Или Йоккинен. Ой-ой-ой-ой-ой. Вернулись. Саня, возвращайся. Тихо. Там бросок был выше ворот, можно сказать. Анисимов. Передачка. Так, тихо. Кальверт, передача. Анисимов. Ну, поборись. Нет. Куликов. Тихо. Здесь мы как-то спокойно сейчас. Ой-ой-ой. Куликов. Шайба. Вы видели, где сейчас была шайба? Она была на ловушке вратаря. Не в ловушке, а на ловушке. А, трудненько было сейчас Сане Хомутову. Тем более он не понимал, где находилась сейчас шайба. Но он все-таки ее смог затащить. Защита! Просто боги!
2-0. Да. Дубль уже у этого парня. Щелчок. Мы ложились на щитки, пытаясь перекрыть и здесь. В неудобной по высоте шайба пролетела. И даем взбивать вторую шайбу уже пантерам. Ну что ж, и сейчас они снова в атаке. Перевод. Ну, конечно, выбросить. Вот. Возьмем. Аткинсон. Передача на даль. Бросок. Не получается. Бросок Монтойя. Подбор. Нет, Аткинсон. Ну что же это было сейчас? Ой, сейчас нам повезло опять. Ой, сейчас повезло. Последние минуты первого периода. Передача. Не дают бросить. Не дают. Хайс. Карис. Тихо. Да, 2-0 в первом же периоде. Отразив всего лишь 7 бросков по нашим воротам. Печалька. Вишневский. Хартнелл. Вошли. Подбор нужен. Ну где? Ну что? Ну почему? Баланд. Передача. Бойс. Тихо. Перевод. Хортон. Щелчок. В любой непонятной ситуации что нужно делать? Конечно же бросать. Ну как же вот так пропустили-то его? Супер передачка. Так, Хартнелл. Давно я уже за вратаря не играл. И 2-1 Хортон. Я уже забыл, кто у нас же играет все-таки. Ну, сейчас потихонечку вспоминаем. Ну что ж, Хортон сравнивает счет. Можно сказать спасибо всей тройке атаки. Замечательные передачи. Увидел он, что вратарь не успевает сместиться, и пробил в ближний угол. Не все потеряно еще. Всего 1-2. Ну, 2-1, потому что мы играем в гостях. Барков. Тихо. Дубинский. Капитан команды. Бросок в ближний угол. Вратарь на месте. Парков. Думаю, он будет сам бросать. Клюшка ломается не вовремя, если честно. Я шел на шайбу уже. По шайбе играл. Но шайба нас подвела. Бросок неудобный. Для вратаря сейчас был. Барков. Будет ли хэт-трик? Не дадим. Будет хэт-трик. Будет. Где была оборона? Что она делала? Где она отдыхала? Немножечко нам непонятно. Хэт-трик. Смотрим. Где тут проскользнулась шайба, я не понимаю. Смотрим повтор. Я играл по игроку. Смотрим. Вот. С этой позиции, я думаю, будет видно нам. Вот он выходит из-за ворот. Мы смещаемся на эту штангу. Перекрываем весь низ. И... бросок.
Он хорошо подбрасывает шайбу, подкидывает. И шайба пролетает. Блин, тут игрок. Где шайба? Вот она шайба. Но как она пролезает здесь, я, честно, ребятки, не понял. Смотрите, получается, она отскакивает от клюшки и под мышкой залетает. Ну, замечательно просто. Все, что тащим, все равно залетает. Хоть тащи, хоть не тащи. Но хэт-трик он сделал. 1-3. Разбор полетов закончен. И можно уже Хартнеллу отправляться в атаку. Хортон бросок под плечо получилось. Вратарю. Но здесь он затащил. Не то, что мы. Не то, что мы. Да, он самый. Бросок! Добить. Нет, не дали. Ух. Это, надеюсь, мы затащили. Давайте посмотрим. Что-то меня прям пробило на повторчике. Смотрим повтор. Бросок. Это он сам, да? По высоте ударил. Шайба сама полетела, я думаю, по высоте. Он не попадал в ворота. Или все-таки попала шайба по воротам? Посмотрите. Кажись, шайба попадает в перекладину. Да, шайба попадает в перекладину. Что нам сейчас повезло? Вот это сейчас нам повезло. Отлично. Кальверт. Отдай передачку. Ну, зачем так трудно-то? Ну, почти. Не хватало Анисимова. На пятаке, ну куда ж? Ой-ой-ой. Может быть опасно. Отлично. Кальверт. Заброс в зону. Борт. Куликов у борта. Кэмпбелл. Да опять мы косячим. Ну что ж такое-то? Анисимов. Сам. Центральный наш нападающий. Сам пошел. Просто влупенил в защитника. Что думать, да? Лучше просто щелкнуть и попасть в защитника. Мы ждем атаку. Не будет броска, будет пас. Хартнелл. Хортон. Как так? Хортон. Опять тот же угол. Точнейший бросок. Смотрим повтор. Замечательный повтор. Что ничего не видно. Вот здесь будет видно щелчок. Воротарь. Фу-фу-фу-фу-фу. Хортон дубль. Ну что ж, будет ли у Хортона хэт-трик? Вот в чем вопрос. Бойс. Красота, 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 красота! Как ты засрал этот момент? Хортон. Передачка, бросок. Отдай, отдай. Бросой. Хортон, бросок в этот же угол. 2-3, ничего еще не потеряно у нас. Ничего не потеряно.
Отличненько. Ну что ж. Как-то так. Один всего лишь сейвов у нас. Всего 11 сейвов. Нужно как можно больше шайб отбивать, но как можно больше нашим парням забивать. Вы поняли, да? Просто Кличко отдыхает. Неточный бросок. Йоханссон. Передачка. Хартнелл. Давай, давай, давай. Тот без клюшки. Ну что ты делаешь? Он без клюшки. Пас рукой, ё-моё. Пас рукой. Хортон! Ну дали клюшку уже. Дали. Нужно теперь забивать. Фиг вам, называется. Вишневский. Судья, зачем свистишь? Я хотел шайбу выкидывать уже. Зачем свистнул? Не понимаю. Хубердей. Хэт-трик его меня немножечко подбешивает. Показали сейчас, что Александр Хомутов сделал аж 15 сейвищев. Сейвищев. Сейвов. Передачка не прошла. Вбросили. Подбор, подбор. Ну, забираем, забираем шайбу-то. Опять он. Будет ли покер? Не дадим. Не дадим. Дубинский. Пас, бросок. Десять минут всего лишь осталось. 10, ребят. Это достаточно времени для того, чтобы забить целых две шайбы. Но наши, как я знаю, не хотят того, чтобы... Там все-таки борьба идет у ворот. Анисимов. Передачка, бросок неточный. Точнее, точно, но приняли его защитники. Хейс. Бэу. Бэу. Отдохнем. Тихо, 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 тихо. Быстрее в атаку, быстрее. Пошли, 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 Кальверт. Передача, Дженнер. Нас тогда Дженнер затащил, так что давайте еще раз. Бросок! Штанга вроде была. Бросок, вратарь. Было все перекрыто уже. Все закрыл. Но нет же, а. Кажись, во время перемещения шайба была заброшена. Да, во время... Вот мы отбили. Садимся. Вот сидим мы, да? Все, вот мы сидим. Куда тут может пролезть шайба? В этот момент зачем-то мы встаем. И он просто в просто в дырку забрасывает. Ай, жесть просто, жесть. Бросок! Подбор. Еще и подобрать шайбу не могут, а? Быстрее пошли, пошли, пошли. Мне уже надо бежать.
Да? Да блин. Бегу, братья мои. Прибежал. Все, убегай. Блин! Фу! Встречай его жестче, ну же. Все, пошли. Фу! Нафига так делать-то? Фу! Пошли, пошли. Давай, давай, хотя бы еще одну. Щелчок! Монтойя. Это плохо, ребят. Это плохо. Вот он, щелчок. Тут спокойно вратарь берет. Так-то неплохо сыграли. Но все равно как-то. Скудновастенько! Да как? Да как? Да все. Ну не дайте хотя бы пятую забросить. Не дайте. Ну, все. Фух, не дали. Молодцы. Ну хоть на этом спасибо. Ну что ж, ребятки, увидимся с вами в следующей серии. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.